Братишка, последняя цифра твоего лайка покажет, какая лига выпадет тебе из бокса. Я поставил лайк первым, и меня выпилено. Если ты прямо сейчас подпишешься и прожмешь колокольчик, то твоя удача в игре Бравл Старс увеличится в 5 раз. Всем привет, с вами мистер BFT. И я хочу сказать вам, что завтра будет новый бравлер, новый хроматический бравлер. Но кроме этого бравлера будут еще 2 эпических бравлеров, один из которых будет абсолютно бесплатным для каждого игрока в Бравл Старс. И я хочу попросить вас поставить лайк под этим видео, нажать на колокольчик и подписаться на канал. Это для меня очень важно. Если ты еще не подписан, то подпишись. Наш цел добить 1100 подписчиков до здесь, а сейчас я хочу разыграть среди вас 3 новеньких правил паса. Условия конкурса такие: вы должны подписаться на канал, поставить лайк и написать коммент, почему именно вы должны выиграть Бравл Пасс. А если вы сделали уже условия, тогда едем к видео. Завтра уже будет новое обновление в Бравл Старс, а новый хроматический бравлер, как вы уже знаете, будет петух. И как только появляется петух, уже не будет генерала Кавса. Ну, разработчики удалили его, потому что кто выбил один из первых, у него нехорошо получилось играть в Бравл Старс. Не всегда могли играть на Кавса. И разрабы просто решили удалить. Мне часто напишут, когда они ставил лайк, подписался на канал, и в ближайшее время их выпал мифик, легендарка или эпический боец. И ты проверяй, больнее проверяй и пиши в комментах, кто выпал тебе. Как только выйдет новый бравлер, попробуйте сразу выпить его, чтобы вы были первым в мире на петухе. Потому что через нескольких дней будет новый чемпионат на скин петуха. У кого нету петух, у него просто не будет этот чемпионат. Так что попробуйте выбить его первым. Ну, видео подходит к концу. С вами был мистер BFT. Всем пока.